Школа в селе Кипеево Ижемского района обновится к 120-летнему юбилею. Учреждение прошло отбор для участия в федеральной программе по благоустройству зданий общеобразовательных организаций. В бюджете республики на следующий год предусмотрена субсидия в размере 21 миллиона рублей. Это в том числе и федеральные средства. Руководство учреждения планирует поменять окна, входные двери, обновить фасад и систему отопления. Администрация района уже приступила к подготовке аукциона по разработке проектно-сметной документации. Времени не так много, все ремонтные работы в Кипеевской школе должны быть завершены до 31 декабря следующего года.